Джандуя – пирог родом из Турина, шоколадной столицы Италии. Назван он по названию шоколадной пасты, на треть состоящей из лесных орехов, которая используется в рецепте пирога. Приготовить пирог джандуя очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту, берите на заметку мой рецепт и готовьте с удовольствием. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Подготовьте форму для выпечки, смажьте сливочным маслом, присыпьте мюкай. В емкость для взбивания вбейте яйца, добавьте сахар. Взбивайте яйца с сахаром не менее 5-7 минут до пышности. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. На водяной бане разогрейте 100 грамм шоколада и 50 грамм сливочного масла. Влейте растопленную шоколадную массу к яйцам и взбейте ее. Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте в тесто, хорошо взбейте, чтобы не осталось комочков. Влейте тесто в форму для выпечки, разровняйте, несколько раз приподнимите над столом и бросьте вниз, чтобы тесто равномерно распределилось по форме, выпекайте при температуре 160 градусов 30 минут. Пока выпекается корж, измельчите орехи. Обжарьте измельченные орехи на сухой сковороде. Готовый корж переложите из формы дном вверх, если у вас не специальная форма для выпечки, в которой образуется специальная выемка, сделайте выемку в корже глубиной примерно 1 см, это делается очень легко обычным ножом. На водяной бане растопите 50 грамм сливочного масла и 200 грамм шоколада. Заполните шоколадной массой подготовленную выемку в корже. Выложите по периметру ореховую крошку и поставьте в холодильник не менее чем на 2-3 часа для стабилизации. Пирог получился фантастически вкусным, с нежным бисквитом и вкусным шоколадным кремом сверху, а главное, готовится этот изысканный десерт очень просто, от души рекомендую приготовить и побаловать своих родных. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Яйца, 3 штуки. Сахарный песок, 150 грамм. Мука, 100 грамм. Сливочное масло, 100 грамм. 50 грамм. Тесто, 50 грамм. В начинку. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Шоколад, 300 грамм. 100 грамм темного шоколада. В тесто, 200 грамм шоколада джандуя. В начинку. За неимением такого шоколада используйте обычный темный шоколад. Орехи, 30 грамм. Количество порций, 6-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, жду вас снова.